Привет, ребят, меня зовут Тима, Иван Канал, Тима и семья. И сегодня, как вы знаете, на том, когда я говорил, что я покажу Сашу тем временем. И я не показал. Я совсем честно хотела показать этот сам. Самого Сашу. И сегодня как день рождения у Саши. Я уже хочу вам показать Сашу. Я покажу вам Сашу и Портову. Ну, разное много всего. Даже влог может это. О, Саша. Смотри, я уже обулся. Тут вот такой вот бережок на улице. Я выхожу на улицу. Торчит в дверях. Тут вот такая вот улочка. Мячик там. Ну там Саша играет. Вот. Машина. Солнце светит. Выходим так, ребята. Оп-оп-оп. Кстати, пока я спускаюсь вниз, я обязательно хочу сказать главную новость. То мне некоторые люди смотрят меня без подписки. А я очень стараюсь над этими видеоми и разного. Вот не знаю, как это вы не ставите лайки и не подписываетесь на канал. Хоть у меня 16 подписчиков, но я хочу тоже популярным блогером быть. Подпишитесь на канал. И так, вот тут вот такой вот. Вот Саша кричит. Уже Саша кричит. Вот. Помаши, помаши. Вот так. Вот Саша. Ну скажите, ребята, окна улицы там, кто? Конструктор Саша. Обнимашки, обнимашки. Обнимашки, обнимашки. Саша, обнимашки, обнимашки. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Обнимашки. Это камера. Камера, помнишь ее на ручке? Тут вот такой вот ларечек. Это как можно стать долгим видео под всеми нашими видео в мире. Стримы, конечно, дольше, но это можете представить, это стрим. И так. Вот сейчас горочка. Тут горочка. Горочка такая крепкая, Саша. Ему 2 годика. Уже 2 годика, Саша. Два годика. Сегодня день рождения. Это телефон. Не трогай. Не трогай. На квадратик не трогай. Саша хоть на квадрат не тронул, но уже это видео 4 минуты идет. Уже прошло 4 минуты. Вот такой вот наш ларек. Вот тут машина моя. Машина Саши. Скажи, чья это машина? Папи. А это чья машина? Мамы. Оливки. Оливки. У нас куча тут оливок. Оливка. Оливок и бродяга.
тут цветочки. Росточки. Вот Никита. Поздоровайтесь, ребята. Скажи на горку. Да. Вот такой вот лог. Вот тут такой вот небольшой ларок. То есть не ларок, а ларек. Ну, ларенчик, можно сказать. Я не могу это сказать. Ну, кстати, я уже научился картинке. Я только что снял новую песню. Да-да. Меня не обманешь. Тогда обязательно заходите в мой канал. Ну, вы уже в моем канале. И смотрите эту песню. Эту песню. Наверное, кто-то уже посмотрел и поставил лайк. Камушек. Мы будем есть тортик. Ну, тут вот это делает ускорение. Тут мячик. Вот такой вот этот. Скажи привет. Пипи. Привет. Снега. Снега. Я уже картинки научился делать. Жень, иди смотри, там что-то варится. Да, следи. Оно запекло. Ветер. Щука. Куринка. Да. Не люблю курить. Вместо нашей семьи не курят. Так, да. Тут Лера. Тут вот вчера жабра. Слабра. Кладбище или что? Не знаю, что это. Да, мы не знаем. Ну, вот такой вот тенечек. Это же специально для молока. Это вы это хотели?
Ну а ты же, наверное, ее разольешь случайно, да? Давай тебе чуть-чуть, да? Мими. У нас же правильно? Мими. Мими. Смотри. Надо же ее поднимать, значит, видишь, чашечка была. Ну, если хочешь, хорошо. Торты есть. Только смотри, дружок, ты его включил? Давай, выключим. Батарейки. Батарейки. Они могут. А тогда оно у нас понадобится. Ух ты, это что, мама? Тарелочки такие? С машинками? Вау, это как Саша любит с машинками. А ну берите, идите туда, расставляйте тарелочки. Эй, коробочка. Коробочка. Сели на коробке. Короче, такое. Синяя. О май гад. Саша, ты катаешься? Саша, на машинке ты катаешься? Ну что, идемте туда? А. Ну да, он да. Конечно, он будет. Ну давайте тогда тут, да, будем? Да. А я? Ну, уже не предлагаю. Опа, именинник у нас. Так, всем подаем тарелочки, да? Тарелочку, дай. А я снимаю на канал. Да. Тима, принеси, пожалуйста, оттуда зажигалку. Здесь все такие будут, да? А что? Зажигалочка! Еще вам зажигалку. Я сам не сам. Нашел тебя? Я молчу сейчас. Вот такие вот. Тебе будет я молчу, для меня даже это как за запас, понимаешь, если он будет расти, мне это будет не обидно, потому что убегает. Он будет падать, тебе будет... Тут такая травма. Он будет падать, мне... Сейчас 30, если себя продают, я 280 долларов зарабатываю. Ну что, ланчбокс. Это ты такие тарелочки всем раздал гостям, да? У тебя же день рождения, ты раздаешь такие. А я снимаю тебе на канал. Хорошо. Подождите, подождите. Не, надо, чтобы можно. А подождите. Вы себе. А может быть, вот у меня. Ну какой я не знаю. Ну ладно, он. Он у нас главный. Сегодня. Да, не обязательно, чтобы. Не, я фокусил. Мне как снимать. Что у тебя? Круто. Снимай, чтобы он был хорошо. Мы снимаем его. Чисто его. Гади, гади. Вот такие вот мы. Она там? Да, всегда. Барбекю? Ну. Торт, ты заказал ее, да? Да. Не, у нас есть торт. А, thank you very much. Can I keep? А. Yeah, yeah. О, улетела. Да что это за тарелки? Thank you very much. Так. Пятнадцать минут. Надо же Диму снимать, понимаешь? Ну давай. Надо какую-то эмоцию снимать. А вот это зеленый, да. Подожди, ты снимаешь чисто Сашу, а я буду снимать и Дима какой-нибудь, а мы... А потом...
Вот так вот мы живем. Да, мы готовы. Кажется, когда вы выходите. Да. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, Саша, с днем рождения тебя. Так, что происходит, ребята, что происходит? Надо подуть на свечечку, сынок. Я его держу. У тебя же день рождения? Это... Это в честь твоего дня рождения, смотри. Можно задуть эту свечку. Ты помнишь, как ко мне хочешь? Давай мы на ручки. Давай мы вместе, папа возьмет в ручки торт. А Саша подует. Ты бы хотел его задуть? Хотел бы задуть? Надо подуть. Ну вот этот огонек надо подуть. Вы просто начали все петь, и мне это непонятно. Папа, а ты его подними, подпалишь. Ну давай еще раз, мы подпалим. Я думаю, стоит еще раз подпалить. А ну-ка. Вот это класс. Происходит что-то непонятное. Ты понял? Это специальная свечка и тортик в честь твоего дня рождения. У тебя же сегодня праздник. А ну давай, идем ко мне на ручки. Сколько уже пофиг? А ну, мама, подними тортик. Так давай, смотри, садись ко мне. Давай. Так, а что бы ты хотел? Вот туда бы ты хотел? А мы сейчас туда. Саша! Саша! А ну, мама, посмотрите, Саша! Саша! Ну все, на этом у нас... Да, есть... да. 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 Все. А ну, подуй на свечку. Подуешь? Это два получилось? Нет. А ну, давай, дуй. Он боится. Давай вместе. Отлично подули мы, да? Отлично подули мы. Ничего страшного. Ой, какой тортик! А ну, ты хочешь попробовать какой тортик? Смотри. Ну. А вот такую попробуй. Смотри. Смотрите, друзья. И вот оно. Оно. И какой вкусный сынок. Орео. А это снизу шоколад. Это даже красивее, чем на фотографии. Да. Так. А ну-ка, давайте мы это. Сыночек. Вау. Ты бы хотел это попробовать? Да. Он уже попробовал. Ну давайте мы отрежем. Давайте. Так, вот она. Ну, да-да-да, это не обязательно. Это нормально. Это все отлично. Дело в том, что знаешь, что я понял? Что когда вот какие-то песни, еще что-то, крики, все хлопают, он типа, что значит, он так, знаешь, начинает это, он типа, что происходит? Так. Ого, это что, тортик? Да. А ну-ка, давай мы с тобой попробуем. Мне. Нет, тебе? Ты хочешь такой? Да. Можно мне ему с Орео? А ему с Орео, конечно. Это для Саши Орео. У Саши с ним рождение. У него два кусочка. Смотри, вон тебе тоже очень много. Смотри, сколько крошки. Два? Вот сюда, вот тут. Два? Да. Вот так, а куда вот, мне да? поставить телефон? В тортике стоит свечка. Два. Это цифра два? Ой. Ну что, ничего не падает. Пробуем. Ты бы хотел взять ее? Пробую я. Торт я пробую. Вот такой, да? А кофе будем делать? Кофе, да. Я не знаю, предложат. Ванильный. Нет, у тебя было учиться, я не помню, Николай. Иван. Иван, Евгений Иванович. Я ж помню, что было такое, знаешь. Можно у нас этот чайничек включить? Слушай, я бы с удовольствием вот такой... А ну, ты бы хотел попробовать? Да. Там вот бутылка есть, ты увидишь. Да, всем по... Справа внизу есть это вода, бутылка. Ничего так.
А что нет? Всем должно быть, по идее, одна личная тарелочка была. Имя, да. Всем хватает. Друзья. Да, пока не съедим. Кому, Никитка, подсыпать тебе крошечку? Никто не встанет. Давай, а Диме? Дима, тебе подсыпать крошечку? Да. Давай, есть, да? На двоих вам разделю. Будешь? Просто да. Вот давай. Два. Это что, цифра два? Да. А это что, тебе два пять. Годика? Что я не тут все равно начал кушать. Да? Что? Невкусно? Не, ну, нам это вкусно. Очень интересно. Ну, по плане, вот я, вообще, на самом деле, у меня любимое мороженое. Любимое Орео? Я тоже любит Орео. Это твое, да? А я хотела забрать. Ты бы хотел такое? Да. Макароны, макароны. Это в этом. А я не знаю. Творог с бананом. Клубника какая-то. Угу, да, вишенка. Даже вишенка. На, есть кола. Кола налейте. А нет, кола будет на суши. Подам. У тебя да. Джиня, вот ты что такое? Уже Никита уже. А что, куда пересыпать рис? Это вопрос. Есть вот та такая глубокая, ну там стеклянная. Прям, я не могу. Мороженое большое Орео, да? Давай. Годи. Спасибо за коробку. Какая удобная коробочка. Трубочку нужно, конечно. Это же самый лучший подарок, вы знаете? Это самое интересное. Будешь мороженое? Ня-ня. Хорошо. Будешь? Не можно. Это что, цифра 2? Давай. Хорошее мороженое. Не бери трубку пока. Ты здесь не танцуешь? Больной? Что нет? Алло. Да. Кофе внизу, да. Я не знаю, ты же даже не сказал, зачем ты побежал. Ну что, тишина? Тишина на палубе. А вы вам нравится такое большое Орео, да? Ага. Мороженое. Вот такое. Я такое пробовал. Ты так. Пробовал? Да, вот, типа, оно вот такое огромное. Орео такое большое. Типа, оно где-то вот такое вот. Да, да, вот такое. И вот, мне нравится, что там есть и печеньки. Да. То есть ты как бы и сытый становишься, и этим. Там я вот люблю именно с печеньками. Мороженое с печеньками. Иди смотри, там этот процесс же. О, процесс. Там вот ну, рис быстро варился, да? Да. Вот так ты вот думаешь, вот там, да? Интересно так. Что я же? Думаю, что это вкусно. Ну, вот у Леси вкуснее всего получается. Наверное. А вот еще, учитывая, что мы в новеньком костюмчике, вот оно... Это новый костюм? Папин телефонный. Да. О, Тима тоже понял, да, как можно? Ну, кушать мороженое. Вкусный тортик мне нравится. Мы прогадали. Ну что, Кристина, поехали с Женей. Еще можно так. Я думал, слушай, давай купим хорошие штуки. А, нет, знаешь, как получилось? Типа, там как одна штука такая, одна такая. А один просто такой стоял, вот. Там вот боком. Там такой. Поэтому, может быть, ребятам можно повыдать баночки сладенького этого. Что, вообще? Можно им сейчас к ним выдать. Давай. Может, не надо сейчас? Давай. Кока-колу? Нет, около нет. Не, хочу, я не хочу, я не хочу вот эти... Баночки. А с дыней, с дыней. Не, за ней, наверное, уже нет. Арбуз нет, дыня. Значит, дыню одну на двоих, вот так вот решается. Значит, вот одна на двоих. Арбуз нет, арбуз. О, арбуз. Все, видишь, прекрасно. Ты хотел какой? А дашь мне попробовать? А я буду помнить. А Саша вот будет, он палочкой, нет. Будет мороженое. Тимаш, а может ты мне нальешь тоже туда в стаканчик сюда? Да, кого? Так, сахар, кофе где? Нет. Это наша чашечка. А, да. Давай попробуй, пожалуйста. Мне лучше чай. Так, чуть-чуть. У нас? Я кофе. Надо... А. Я попробую. Будет еще рисовый кофе. Вон, а, это не знаю, да?
Вот здорово. Смотри. Отлично. Это. Она. Не, мы будем посмотреть. Зеленые? Да. Можно купить сюда. Ты большую чашу? Да, мы большую. Мы же с молоком пьем. Не знаю, что молоко есть. Да. Попить ты бы как? Да. Кофе вот здесь. Молоко здесь. Водичку или молоко? Воды, воды. Дай еще, знаешь, пожалуйста, что пока ты стоишь. Молоко кофе что тут? Мокрые салфетки. А где они? Они не бабы жалко? Вот у нас тут такие. Да. Ба! Мне кофе, пожалуйста, не отсыпьте. Может тебе в маленькую или большую? Ладно, ну давай. Дядя? Никита. Тимофей. Тетя. Тетя Лася. Дядя. Дядя. А ложечка у вас есть? А ложечка... Ну, давай, кофе. Смотри. Нет, много не надо. Вот эту можешь положить. А, вот одна есть у нас. Все. Вот туда бы ты хотел, к Никите. А, попить? Все, бери, попей. Так, давай. Так, давай закроем. Я все. Пусть стоит. Жень, еще одну большую чашку надо. Два. Она дуется так. Да? Да, вот так, вот так, Саша. Вот так, да? Когда я смогу не отвлекаться. Вот ты уже понял, что надо было делать. Смотри, теперь будет пальма. Ну, конечно. Скажи, ну, просто... Hello. Вот так? Bye. Bye-bye. Так, ну что тут у нас по вилочкам? Это лишняя вилочка, да? Да. Так, ну что, вкусненький тортик получился? Да, тортик вкусненький. Хорошо, что мы взяли мороженое. Да. Молодец, возглавил экран. Да. Дедушка Валера. Кто? Имени не знаю. Дядя Диме сколько? А Кать, ты скажешь, сколько у меня? Именно еще кого? Это мне. Наливай. Это тебе, да. Я знаю. А кого? Кофе? Воды. Кофе я насыпала. Это вот. Дядя Диме полчашки. Полчашечки, потому что он еще молоко будет. Вот так надо дуть на сыпь. Все. Все. Ладно, мы уже будем с вами прощаться. Ага, я прощаться. А, это что было у нас? Да! Саша! Саша! Помаши! Пока-пока! Видно? Ладно! Что я не вижу? Я получила, и вы говорите вы себе. Всем пока! Меня не обманешь! Меня не обманешь! Хочешь поболю, ты не обманешь.